по поводу роста производительности труда и роста доходов. Вот Владимир Ильич, где он без бумажки говорил, ну, совершенно две совершенно очень конкретные вещи очень сказал, очень чувствительные. Вот, чувствительные для сегодняшнего периода. Мы с некоторыми коллегами нашими, которые здесь тоже присутствуют, вчера только эту тему тоже обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, курица лапой, сам не могу написать, прочитать, что как в школе. Вот, это не повод для пессимизма, может быть, но это точно совершенно тревожный сигнал и повод для того, чтобы нам нужно задуматься. О чем я хочу сказать? О том, что у нас начали расти доходы, и не растет производительность труда. И это очень тревожный фактор.